Ребята, с вами снова Супик Валера, а сегодня я буду снимать видео про Майнкрафт, где есть разные чит-коды, ну, все так режим. Смотрите, первый сид у нас, ребята, вот такой. Пишем вот так. 73. Потом 402. Еще 2. И 26. Вот. И 82. Кстати, ребят, это седы на разные деревни. Ну что ж, начинаем. Это сид на обычную деревню, где мы спавнимся. Так, ребята, где-то здесь должна быть деревня. Вот. Понятно, ребята. Этот чит у нас не настоящий. Ну все, ребят, я его зачеркну. Извините, ребят, это девушка просто. Ну, и самый короткий чит ми-ми. Все, наверное, знают этот сид. Ну, короче, вот. Ми-ми. Около деревни сразу. А еще, ребят, здесь есть шахта. Смотрите, ребят, вот где-то вот здесь вот. Вот здесь. Вот. Копаю вниз. Давайте лучше файка возьмем. Вниз. Скоро все. Так, где-то там шахта. О, вот шахта. Можно вот здесь найти шахту. В шахте разные вещи, штуки. Ну что ж, первый сид я вам, ребята, показал. Вот здесь. Есть. Вот это, смотрите. Вы заспавнитесь вот здесь. Потом полетите. Если хотите сразу же в шахту, то тогда летите вот сюда. Потом ломайте блоки и все, вы найдете. Так, ребята, второй сид. Второй сид. Так. Второй сид это 455. Самый короткий, который у меня здесь есть. Но вы около деревни спавнитесь. Вот здесь деревня. Перед этим. Так, ребят, и здесь две деревни. Мы тут в каждой деревне только по одному колодцу. Видите, один колодец. Извините, ребят. И два колодца. Два колодца. Здесь стоит две деревни. Вот такая вот большая деревня. Если здесь что-то есть, то... Ну, может быть, есть. Видите. Вот вы заспавните, вот идите к этому дому. Потом сюда, ну это можно. И копайте вниз. Вниз. И вы найдете здесь железо. Хотя ладно. Извините, ребят, я думаю просто... Если здесь что-то будет, нет. Ну ладно, я, ребята. Погнали к следующему седу. Вы пишите на бумажке. Лучше, я не умею делать ссылки в описании. Вы напишите, как, пожалуйста. Так. Следующий. 13, 88, 58, 22 и 93. Вот такой сид. Вы заспавнитесь около деревни.
но но деревня здесь не простая, а очень гигантская. Нет. Один колодец. Так, где-то второй колодец. И третий вон там вот колодец. Уже вообще три деревни. Вот такой, ребята, у нас с вами сид. Мне в зубы ничего не сможете найти, но зато здесь три или две кузницы. Ладно, переходим к следующему сиду. Следующий сид у нас в генерации. Ой, ребята, извините, у меня мало батареек. Подождите-ка. Сейчас включу. Извините. Сделана яркость максимально, все. Сейчас принесу листочек с седами, чтобы я не забыл. Так, ребятки, нашел. Вот этот сид, он тоже. Он почти самый коллективный. Так. Пишем. 65. И 603. Так, 65603. Пишем вот так. Цифрками. И спавнимся. Мы заспавнились вот в такой деревне. Ну и что? Деревня, которая летает на воде. На самом деле нет, она не летает. Она очень красивая, ребят. Видите, здесь кирпичи вниз. Это до самого-самого дна идет. Вы можете просто перейти вот сюда. И здесь хоть и одна деревня, но она большая и очень красивая. Можно построить где-то себе тоже дом, просто смотрите, как можно, смотрите. Просто вот так вот понаставить досок. Залагало, извините. Вот так понаставить. Да. Ну, прямо сок. И построить свой домик. Но все. Переходим к следующему сиду. Это уже наш последний сид. Последний. На сегодня, ребята. Но этот немного похожий, но только. Он на острове просто. Так, ребята, пишем минус 10, потом 602 и 46 и 543. Написали, спавнимся и... Ничего особенного. Это, наверное, обычный остров. Нет. Здесь две деревни вместе. И это остров. Может быть, там кто-то есть? Не. Может, вообще-то есть? Нет. О, конец. И здесь это просто бесконечный конец. Может быть, вот там что-то есть? Нет, нету. Ну, как бы я не проверял. Может быть, здесь... Да, здесь вниз так идет. Понятно. И вот еще один такой плюс. Ну, вы можете здесь выживать. А еще у них есть бункер. Вот здесь есть бункер, где можно застрять. Хотя можно просто вот здесь сломать блок и все. Ну, где-то вы выбегались. Но бункер или вот так вот просто застроить, чтобы вам никто не прошел. Читерно. Вот так вот, например. И устроите здесь. А дверь вы сделаете, например, вот здесь. Возьмем, например, хвойные древесины. Хотя нет, это не такая уж красивая. Давайте возьмем
из темного дома. Вот это мне больше нравится. Вот. И здесь мы такой мостик строим. Чтобы не упасть в воду. Вот так вот сможете построить, как и я. Ну и вот, можете так спокойно выбраться. Ну все. И так вы можете просто на крышу забраться легко. Кстати, еще жители на крыше там прыгают. Видели, там один житель на крыше прыгал. Ну, у вас будет такая аномалия, что у вас лампы будут летать. Вы, если хотите, можете так настыгивайте каким угодно, не обязательными. Ну, как вы захотите, короче, настроить, блин. Или можно даже вот так вот. Во. Так вот. Как будто держишь по-другому. Окей, так это не ладно. Ну что ж, ребята, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Супер Валера. Всем бай-бай.